Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Процесс дискуссии у этого имени, как игра словесный бисер. Вот что важно для этого человека. Носители этого имени весьма требовательны к себе и к другим, а потому их часто постигают разочарование, если желаемое не совпадает с действительным. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Люди с этим именем часто пополняют ряды разного рода агитаторов, экстремистов и революционеров. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Если вы посчитаете этого человека мало интересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И то тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.